голову отпустила. Алхамдулилля, так воешь тут. Это я был раньше, да? Он сам себя не узнает. Вот так человек меняется. Есть такие методы, они простые. Очень много причин бывает человека вот здесь. Выше шеи, голова. Голова это всему голова. Голова всему голова. То есть все беды начнутся с головы. Все беды начинаются с головы. Голова болит, головокружение и так далее. Поэтому эти места нужно обязательно массировать. Снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Особенно вот, вот эти места. Вот один раз, два раза, три, четыре, пять, 15, 25, 55. Начинает болеть там. Больно человеку. Начинает чихать. Как будто он болеет. Как будто у него температура. Плохо себя начал чувствовать. Понимаете? Это повторяйте. Сами сделайте дома, когда вы одни. Массировать это место обязательно. Масло помазать? Масло. Если начитанное масло, еще лучше. Хорошенько. То есть нужно это хорошенько. Не просто сверху. Хорошенько, хорошенько, хорошенько. Следующее. Берем зубочистку. Зубочистку берем и начинаем тыкать вот эти места. Вот так. Такими движениями. Справа, слева, справа, слева. Человек начинает меняться. Зевать начинает. Тошнота начинает. Начинает чихать. Что-то выходит из головы. Голову отпустило. Алхамдулилля, так будет, что ли? Это я был раньше, да? Он сам себя не узнает. Вот так человек меняется. Есть такие методы. Они простые. Просто научиться этому. Научиться делать. Дома, самому себе. Вот зубочистка. Виски. Вот виски. Как называется это? Височки. Как называется? Вот височки. Вот когда делаем массаж, нужно делать против часовой стрелки. Против часовой стрелки. Эти места массируем, массируем. Задняя часть, вот шея. Шея. Сами себе. Хороший массаж. Хороший массаж. Голову отпустит. У кого память ухудшается, надо обязательно массаж делать именно вот эту область. Сзади. Задняя часть головы. Это нужно массировать хорошенько. Это место умирает человек. Как будто мертвая зона. У некоторых будет, как будто она начинает даже гнить. Реально говорю. Вы видели? Я видел у человека там гной. Живой человек. Не умеришь. Это все последствия сильного сглаза. Зависти. Да, унижного сглаза. На эту часть обязательно обратите внимание. У кого это есть, проблемы. Волосы падают часто. Волосы часто падают. Эти места. Вот эти места. Вот руку поднять, например, вот эти места. Массируем против часовой стрелки. Не просто вот на 5 минут делаем хороший массаж. 15 минут, 25 минут. Кому как удобно. И эти места. Справа, слева. Эти места на ногах. Вот эти места делаем массаж. Эти места делаем массаж. Вот эти места. Эти места. Делаем массаж сами себе. Там все узельки накапливаются. Вокруг шеи, вокруг ушей. Челюсть. Челюсть. Особенно тем, кто заикается. У кого проблемы с речью. Нервничает. Когда человек заикается, он нервничает, потому что он себя неуверенно чувствует. Он не может что-то рассказать человеку. Поэтому вот так. Вот таким движением. Вот таким движением. Хороший массаж нужен. Несколько минут. Не один-два раза. Несколько минут, братья. Вы реально почувствуете разницу. И вот здесь шею. Шея. Обращайте внимание на шею. Все сосуды кровоносящие, они идут через шею в голову. Если здесь есть сужение вен, кровь, кислород не поступает в мозг, память ухудшается. Поэтому шею надо хорошенько массировать, часто массировать.
хорошенько глубокий массаж нужен шеи. Будут обязательные изменения, иншаллах рахман. Хиджама. Хиджама обязательно рекомендуется. Потому что у человека есть очень много лишней крови, грязной крови. Их нужно вывести. Вывести надо. Высосать надо. Хиджамой. Массаж нужен обязательно. Особенно массаж развязывания узлов. Массаж развязывания узлов. Где есть узлы человека, эти узлы развязывают. Делают массаж. Если такого человека нету, даже просто обычный массажист пойдет. Но массаж нужен обязательно человеку. Без массажа ни один узелок невозможно развязать. И без хиджамы. Хиджама и массаж обязательны, чтобы развязать узельки. Что такое узельки? Когда на человеке есть синий сглаз, давнишний сглаз, в человеке начинают происходить разные изменения внутри, сам того не замечая. Когда он сам себя трогает, как будто вот, как маленькие камушки есть вот такие, там, здесь, на руках появляется. Это называется узельками, узлами. Это сгусток грязной крови, где прячется джин. Джин. Если зависть есть, джин сидит. И это охраняет эту зависть. То есть набирает силу через зависть. Питается завистью. Получает энергию через зависть. Настолько больше на него зависть, на человека, шайтан у него сильный. Понимаете? Джин у него сильный. Насколько на человека сглаз сильный, у него такой же сильный шайтан. Понимаете? Еще больше сглазили, еще больше становится шайтан.